перед началом этого видео, дорогой друг, не ленись, поставь большой пальчик вверх под эти видео, и тогда вот ты тоже найдешь себе карту со всеми вещами на последнюю версию, теряя без проблем. Не забываем заглядывать в описании под видео, там есть все ссылочки. Подписывайтесь смело в нужные места. Ролики выходят каждую четверг, пятницу, субботу, воскресенье по умолчанию. Такие дела. Все изменения, исключения у нас где-то на сайте. Да. Рассказываю, что нужно делать. Заходим в Steam, находим Террарию, находим здесь рабочая мастерская, заходим в мастерскую, здесь выбираем все предметы. Дальше. На данный момент у нас самый лучший — это Builder Workshop, так называемый. Сортируем за все время. И находим нужную версию. Вот они. Под значком легко узнать. Так, нам нужно для эксперта, мастера, классический режим. Давайте приключения. Нажимаем Cool. В Террарии заходим в рабочую мастерскую. Импортировать миры. Выбираем Builder Workshop. Импортируем. Называем его как вам удобно. Заходим в сингл. Выбираем нужного персонажа. Выбираем Builder Workshop. Самое интересное начинается веселье сейчас. Здесь написано, где что находится. Бла-бла-бла-бла-бла. А вообще вы обновили на 1.4.2.3 или нет? Так, NPC. Давайте. Фурнитура. Декорейшены. Питомцы, электроники, статуи, мейн-карты. Тут все статуи, которые есть в терке. А чё так мало? А, понятно. Здесь наверху только часть статуи, все статуи здесь. Да, их действительно много, и часть из них функциональная, часть не очень. Это на живые существа статуи. То есть, если поставить... Вы понимаете, да? Если их с помощью редстоуна активировать, то появляются разные живые существа. Угу. А здесь есть даже статуи, которые создают бомбу. Но при условии, если... Так, а если так? Ага, надо 15 секунд подождать. Такие дела. Как видите, все очень классно, клево, интересно работает. Благодарю за просмотр, за подписку, лайки. Не забывайте, что у нас основной паблик — это ВК социальный, и прочие социальных сетей там еще много. Угу, здесь можно выйти. И куда? Здесь нет ничего. А зачем? Знаю, это дорога, которая ведет в магазин аккаунтов и ключей GrownShop.ru, в котором можно купить дешевую Террарию, дешевый Майнкрафт дешевле, чем в Стиме, и сотни других стимовских игр, которые тоже дешевле, чем в Стиме, с отзывами настоящих покупателей. Жду вас там. Все ссылки в описании. Так, поехали.